Мы почему-то обзываем людей неандертальцами, когда хотим подчеркнуть их скудные способности, когда на самом же деле неандертальцы были очень умными и задолго до нас начали покорять этот мир. Например, вот этот пещерный рисунок, который, кстати говоря, выглядит не хуже многих современных картин, как раз и был сделан одним из них где-то около 64 тысяч лет назад в пещере, которая сейчас находится на территории современной Испании. В этой же пещере нашли украшения из ракушек, которые имеют возраст 115 тысяч лет. Современные же Homo sapiens пришли на эту территорию лишь 40 тысяч лет назад, и их рисунки были весьма примитивными, в то время как неандерталец нарисовал, по-видимому, карту и даже указал какой-то прибор либо средство передвижения наподобие саней, на которых они перевозили половину туши животного.